Главная производственная задача федеральной сетевой компании – эксплуатация электрических сетей высокого напряжения, а также их развитие по всей стране. В республике Хакасия и Туве решением этой задачи занимается филиал ФСК «Хакасское предприятие МЭС Сибири». Андрей Суровой, первый заместитель директора ХПМС, уверен, перспективы отечественной энергетики в надежных руках. Цель амбициозная. Инвестиционная программа в ближайшие 5 лет такова, которой не было никогда. И перспективы компании, конечно, связываются с молодыми кадрами, которые пройдут вот эту жизненную школу сейчас, которые за эти 5 лет осуществят, в общем-то, совместно с компанией внутри нее, да, вот этот технологический прорыв. Средний возраст работников компании 40 лет, а молодежи в возрасте до 30 лет целых 22%. Поэтому совершенно не случайно, что в хакасском предприятии МЭС Сибири 2011 год был объявлен годом молодого специалиста. Здесь уже создана и успешно обновляется так называемая база внешнего резерва. Попадают в нее только лучшие выпускники вузов. Сотрудники группы управления персоналом выезжают непосредственно в учебные заведения, проводят там встречи и семинары. Итогом этой работы является приход в компанию молодых специалистов, которые уже четко знают, где они хотят работать и что от них требуется. Когда сотрудник приходит, молодой, к нему представляется наставник, и, конечно же, он не теряется в массе событий, которые происходят на предприятии. Он очень легко и комфортно входит в условия работы. Энергетики дорожат своими кадрами. Специально для молодых сотрудников на предприятии разработано положение об адаптации. Имеется собственная жилищная программа, а также программа повышения квалификации. Специалист службы релейной защиты и автоматики Людмила Чернякова работает на предприятии всего месяц, но уже чувствует себя полноценным членом коллектива. Сначала, конечно, когда пришла, очень переживала, как меня встретят, так как никакого багажа, кроме институтских знаний, у меня за плечами не было. Но мои надежды оправдались, встретили достаточно хорошо. Коллектив здесь доброжелательный. Несмотря на большой объем работы, всегда готовы помочь, объяснить, показать, что как делается. Заместитель начальника службы подстанции Алексей Петров, специалист тоже молодой, но только по возрасту. Сегодня он курирует один из важных участков – реконструкцию подстанции «Означенная районная», которая обеспечивает электроснабжение второго по величине города Хакасии Саяногорска. Уникальность его задачи состоит в том, что реконструкция здесь ведется на действующем объекте. Но трудности не пугают, а наоборот дают ему новые знания и опыт. То есть сейчас реализация данного проекта, то есть, ну, как бы я считаю, для меня будет какой-то такой опорной ступенькой, с которой уже можно будет куда-то шагнуть. По итогам работы за прошлый год хакасское предприятие МЭС Сибири признано лучшим в компании. И большая заслуга в этом по праву принадлежит именно вчерашним молодым кадрам.